Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и сегодня я вам покажу такую игру «Сокровище пиратов». Но она меня заинтересовала, я счёл она ВКонтакте, и вот я хочу снять её. Сейчас мы в неё поиграем. Я дошёл до какого-то уровня, вроде до 30-го или 28-го, не помню. Сейчас посмотрим. Пират. О, заявка в друзья. Ну вот, 99%. Так. Ух ты. 10 рублей ведь. Ух ты. Получить. Сейчас мне предложат рассказать. Да. Ага. О, блин, я мог ему отправить подарок. Так, где он? Я уже не смогу ему отправить подарок. Ну ладно. Что это за денежки? Я на 35-м даже, ух ты. О, 800 бесплатно, ни хрена себе. Конечно. Сейчас мы... будем здесь играть. Крутить колесо фортуны. Колесо фортуны. И я не сдохну. Молоток. Ужасно. Я хочу чего-нибудь побольше. Ну пожалуйста, хотя бы 1000 или 500 рублей, ладно. Вихрь этот. Ненавижу. И все, у меня. А, деньги. Деньги есть. Ну, я думаю, сейчас ничего не выиграю. Просто так. Выиграл молоточек и вихрь, и все. А, еще и смерть. Просрал просто так 300 рублей. Я на 35-м, оказывается. Ну, ладно. Цель 32 льда. Время, слава богу, не идет. Меня это радует. Ага. Ух ты. Вот так вот. И вот так. Теперь делаем вот так вот. У нас... Да. Теперь вот так. Надо главное лед срубать. А значит тут остановился и все. Лед. Ага. Я лучше вот так сделаю. Так, здесь вроде ничего нельзя сделать, вот здесь вот можно. И вот так. Замечательно. 27 ходов. Офигенно. Да понятно, у меня всех хотеть добавить. Ну и что? Только я никого не буду добавлять. Но буду добавлять. Но иногда. Опять хотят меня добавить. Ладно, не обращайте внимания. Вот так вот. И замечательно. Так, вот так. Все, надеюсь, больше никто не будет добавлять. О, да. Зелененькая. Или синенькая. Давайте зеленую. Зеленую давайте. Убирайся. Зеленую. У нас сломались две зеленых. Еще хотят давать, да господи. Замечательно вообще. Вон там издеваетесь. Так, ну ладно. Все, я думаю, никто меня добавлять не будет. Ну все, я почти что выиграл. Выиграл. Так, да, я почти что выиграл. Угу. И да, все. Если сейчас не запорят, что? Окей.
Все, я выиграл. Оставил целых 17 ходов. И я сейчас, наверное, получу 3 звездочки. Да, по-любому. Да, все, по-любому. Ну давай. Что там меня добавить-то хотят? 70 хрена. Ужас. Ну, давайте, звездочки. О, все. Я, кажется, сейчас больше всех очков наберу. Да, я на первом месте из своих друзей. Опа, пьедестал. На первом месте. Так, переходим на 36-й. Такс. Начали. Ну, начали. А это возможно? А, ну, в принципе, вот. Получается уже... Ой. Вот так. Вот это сложновато будет. И нам опять же много ходов дают. О, тихо. Хочу. Е-е-е. 1000 очков. А, вот так. Все, слава богу, меня перестали хотеть добавлять друзья. Слава богу. Вот так. Вот это вот так. Давай. Перестаньте уже. Так. Вот это. Вроде. Во, вот это меня радует. Я уже на 35 уровне, а они все такие легкие. По моему мнению. Вот так крутим. И вот так. Что у нас получается? А получается у нас вот это. А, жалко, что тут. Жалко. А что? Это у меня предлагаете брать свой этот молот и... Ну окей. Или это так уровень забаган? Вот так тебе. А, здесь вот такая вот штука должна оказаться. И когда я ее использую, тут будет целая полоса. Полоса. Ага. Вот так-то. И что же делать дальше? О! Что возьмем? Жалко. А, красная есть. Меня это радует. Вот так-то. А, дальше совсем чуть осталось. Блин, жалко, что у меня вот это нет. Ну, понятно. А, вот так я могу сделать. И... Не, я лучше вот так вот вступлю. Вот так и... Что? What the fuck? Окей. Что дальше делать? Ну, вот так, допустим. Да, вот, все, мы выиграли. Мы выиграли, и все, да. Супер-пупер. А, мне кажется, я до третьей звездочки не доберусь. Мне так кажется. Наверное, доберусь. Не знаю, наверное, все-таки доберусь. Я... Хотя, кто знает. Офигенно. Все. Слава богу. И... Доберусь. Еее, набрался. Извиняюсь. На третьем месте обогнал Олю. И оу-е. Я обнаружил сундук. Да. Конечно. Так, что дальше делать? На 37-й перемещаемся уровень. Вот так это.
Вниз. Вот так. Кстати, снимаю я уже не фрапсом, а другой программой. Кстати, кто еще не видел новое видео про фрапс, как снимать дольше 30 секунд, заходите, смотрите. Я, наверное, сейчас ссылочку оставлю на экране, наверное. И да, вот так, сюда, вот это вот так-то, такс, и нет, хотя да, вот, здесь у нас ничего, здесь у нас есть синий с фиолетовый. Угу. Замечательно. Ставим вот так. Ставим вот так. И да. У нас теперь есть здесь лед, чтобы его сломать. И если я не, тогда, наверное, будет хуже. Хотя. Так, надо делать умные ходы, а не просто так. В этом вот вся суть. А то просто так быстро ходы и все. И ты проиграл. И капец. Играть заново и потерять одну жизнь. Я вот так, пожалуй, сделаю. И вот так вот. И да, все. Осталось только два льда. Два льда. Так что с ними делать? Ну, допустим. У меня осталось только 12 ходов, а молота у меня вот этого нет. Я уже вижу. И осталось только здесь. Мне придется тогда молот покупать, но спешить я не буду. Может, я еще каким-нибудь образом вырулюсь ситуацию. И, в принципе, это возможно. Наверное. А может, и нет. Так. Вот так. О, быстрый хода. Спасибо. Спасибо большое, Мария Нисало. Вот так. И вот так-то. Мы благодаря ей получили приходика. Спасибо. Еще раз. И да. Мы, наверное, сейчас, точнее, мне придется покупать вот эту вот хрень. Молот. И так. Или не придется. Так. Осталось 5 ходов. Не, не придется. Все, замечательно, ура. Ну, 3 звезды я не получу, это понятно. А может, и получу. Может, получу, кстати. А может, и нет. Получу? Не, не получу. Ну, я и так, меня радует, что я этот уровень прошел. Да. 38 уровень. Мы скоро дойдем вот сюда вот. Надеюсь, у меня нет вот этих вот фырканий. Фу-фу-фу-фу-фу-фу в микрофон. Ну, давайте по подсказке. Дальше. Сейчас я думаю, вот этот уровень и я закончу. Снимать и вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот так тебя. Давай. Вот так. А если я сделаю вот так и... У меня, наверное, получится. Ух ты. Я даже не посмотрел. Вот так. Да, у меня все получится. Жалко, что не здесь. Ну ладно.
вот так вот. Вот это, надеюсь, нам что-нибудь даст. А. То, что было, уже нет. Вот. И да, во, все. Появилась фиолетовая. О, да. О, сейчас будет круто. Надеюсь. Мне повезет, мне не повезет. Повезет. Конечно же, повезет. Как же мне не повезти-то? Фак. А вот так не повезло. Окей. Ну. А если я сделаю вот так? Синяя дойдет. Фак. А, ну все, сейчас дойдет. А, нет. Скотина. Так. Надо уже как бы поторапливаться, а то ходов всего лишь 15 осталось. Вот меня уже совсем не радует. Ладно, я думаю, этот уровень сейчас завалю и закончу. Проходить буду я его в следующей части, если она будет, конечно. Такс. Осталось только два льда. Это вот здесь и вот здесь. Один остался. Сколько там до второй звезды? Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Я хочу поближе здесь чем-то собирать, но не получается. Хотя вот. И... Нет. Сейчас будет двойное по 300 очков. Здесь даже по 400. И фак. Не повезло. Надеюсь, сейчас синяя выпадет. Ее, все. Уровень пройден. И на этом я заканчиваю эту серию. Надеюсь, она вышла 10 минут. Или даже больше. С вами был Олег. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем.